Всем хай. То, что я вам говорил, что мы едем в Украину по особому делу, и сказал, что я вам расскажу про него после того, как это все осуществится, все, я могу вам спокойно рассказать, что это было за дело, потому что мы это сделали. Мы купили квартиру. Квартиру в сталинском доме. Вот такую вот квартиру, я считаю, правда, надо сделать ремонт. Мы этим сейчас и будем заниматься. 3 метра потолки, 2 комнаты. Большой широкий коридор, то, что надо. Потолки здесь высокие, 3 метра. Моя рука и потолок. Вид с окна. Все в процессе ремонта. Подъезд сталинский, хороший. Вот этот дом, в котором мы купили квартиру. А это двор. Двор я уже в одном из своих видео показывал вам. И там выход на проспект. Погода сейчас пасмурная. В квартире тепло, там хоть сейчас пока не греют, но все равно квартира находится как раз в центре самого дома, и там очень тепло. Но сейчас покупаю кофе просто, чтобы посидеть, расслабиться. Погода здесь вообще чумовая. Классно, мне нравится такая погода, обожаю. Когда нету солнца, когда пасмурно, когда прохладно, вообще супер. Кстати, в квартире есть кондиционер, вот он, первый раз его включаю, чтобы проверить, как он работает. Работает вроде бы хорошо, включил его на 30 градусов тепла, пусть обогревает, вот, пока что нормально, работает, обогревает. Кондиционер — это всегда хорошо. Вроде недалеко с проспектом, а на улице сейчас тихо-тихо, иду сейчас в строительный магазин, надо кое-что подкупить, чтобы продолжить ремонт. Смотрите, сколько здесь листвы желтой. Красота. Море прям желтой листвы. Дождик капает немного, но это очень и очень классно и круто. Вот мне сейчас вон туда в строительный магазин надо. Вон он находится. Опа. Как раз недалеко от квартиры. 2 минуты пешком, и ты уже на месте. Купил сетки, чтобы поменять сетки на вытяжки. И на более новые, более красивые. Чтобы было прилично. А тем временем погода радует своей еле такой чувственной прохладой и красотой. На улице не холодно, но и не жарко. Такая оптимальная осенняя погода. Дорогу сделали здесь. Вот следят за дорогами. Все дыры полатанные. Что не может не радовать.
Это, если не ошибаюсь, гимназия английская, 31-я. Кто из Запорожья, если меня смотрит, поправьте меня в комментарии. Перехожу дорогу, правда, не по пешеходному переходу, а наискосок, так сказать. Но машин не было. Вау, как красиво. Вся дорога отремонтированная. Видимо, ремонтировали не так давно, потому что еще запах свежего асфальта есть. Вход во двор наш. У нас уже потемнело. Ну как потемнело? Так, смеркается. Мы еще не закончили делать ремонт. У нас это займет где-то 2 дня. Мы хотим за 2 дня отправиться. Вот сейчас я заехал за пиццами в сыр Ланселот, если вы видели мое первое видео. Или первое, или второе, точно не помню. Я вам говорил про этот ресторан. Вот он, сэр Ланселот, и здесь готовят, вот он, сэр Ланселот, и здесь готовят вкусную пиццу с сырными бортиками. Вот я решил заехать заказать 3 штуки, чтобы было чем поужинать. Завтра осталось стены покрасить, это все мы заделали. Здесь покрасить тоже все заделывали. Впрочем, коридор везде надо покрасить стены. И все. И вуаля. Все готово, все отлично. Все круто. А эта комната, она отлично уже была до этого с ремонтом. Все хорошо. И вторая комната тоже все в порядке. Просто я не хочу ее снимать. Сейчас там склад для краски, для побелки, для всего для ремонта связанного. Поэтому я снимать это не буду. Спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайк. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Жмите колокольчик. Пишите комментарий, как вам такая миссия. Завершенная. Все, пока-пока.